От 100 тысяч до 1 миллиона рублей получат образцовые многоквартирные дома и подъезды Башкортостана в рамках республиканского конкурса МинЖКХ. Всего участниками было подано 51 заявка. Так, лучшим многоквартирным домом признан объект в Уфе по улице Рихарда Зорги, 70. Он получил 1 000 000 рублей. Вторую и третью строчки заняли дома в Стерлитамаке и Салавате по 700 и 500 тысяч рублей соответственно. Что касается подъездов в городских округах, то победителями конкурса стали номинанты из Уфы, Кумертау и Стерлитамака. Призеры получили по 500, 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Такие же суммы получили и призеры в городских поселениях. В частности, первое и второе места заняли подъезды из Учелов. Третью строчку также завоевал объект в Бирске. Денежные премии пойдут на содержание многоквартирных домов и подъездов, входящих в состав общего имущества. Кроме того, деньги будут израсходованы на выплаты премий представителям советов многоквартирных домов или товариществ собственников жилья в размере 15 тысяч рублей. Решение об этом будет приниматься на общих собраниях многоквартирных домов.